Всем привет! С вами снова я, Николь, и в этом видео я вам покажу, как проходит мой день в школе. Я думаю, это будет интересно, поэтому не будем медлить, погнали! Сейчас у меня итальянский, мы проверяли домашнее задание, читали текст, а также делали аудирование. Итак, ребятки, у нас закончился уже итальянский, и она, как всегда, учит там Катя. Вот. Геометрию. Да, геометрию. Я не знаю, будут ли нас спрашивать, но Алена точно будет, поэтому учи. Вот. Значит, я вам засниму чуть-чуть алгебры, надеюсь. И геометрию, как мы будем писать. И геометрию. Короче, увидимся на алгебре. Все, хватит, что вы делаете? Ну да, так я примерно упаду. Проходит у нас уроки. И так каждый урок. А, нет, ну вообще, да. Ваня, передай привет! Привет, девочки. Доброе утро, девочки. Это Ваня. Я буду популярен. Ребята, просто не реально. Мы все умрем. Это вектором. Я не знаю, что будет. Вектор — это направленный отрезок. Я не знаю, я не смогу, наверное, заснять вам директор, потому что у нас письменный опрос. Вектор. Сейчас перемены, сейчас мы кайфуем. Ну, вообще нет, вообще мы повторяем просто. Да, Алена? Да, повторяем. Да, Алена. Давай это, давай. Пойдем. Это что, видео? Я знаю. Ну, короче, мы пойдем готовиться. Подожди, что ты делаешь? Ну подожди, а ты. Он нажимает здесь. Ну подожди. Я видео снимаю, все. Так, да, подожди, что подожди, ты, что ты делаешь? Да дай сфоткаю. Все, что ты? О, Бога, шамай! Я тебя заснила. В общем, мы пошли готовиться. Письменного опроса по геометрии у нас так и не было, зато посмотрите, как Ваня смешно снимает видео. Я думаю, вы поняли, где мы. Мы в столовой. Тут шумно очень. Как у нас это детский пилотник? Так вот, она ничего. Я вообще буду детям. Так вот у нас проходит школьные будни. Сейчас мы пойдем забирать физкультурную форму и уже переодеваться на физру. Да. Вот. Маня, здра? А что она делает? А, тут идет. Тихо, мы видеоблогеры. Василий, да. Василий. Нам нужно сейчас переодеться быстро и дописать географию. О, да. Никого. Ты чё? Сейчас я познакомлю вас с еще одними девочками из моего класса. Это Настя и Ангелина. Привет, скажите. Привет. Они очень прикольные, очень смешные. Сейчас мы идем на физру. Здесь какая у меня, короче, у нее новая футболка. Это Ангелина. Покажи свою футболку. Да, это Снупи. Он очень крутой. В общем, сейчас идем на физру, я вам покажу, как мы будем бегать. Еще. Потому что потом у меня не будет возможности снимать. Ангелина только что пнула мяч. Мне нужно было это заснять, да? Не смогла. Ну, в общем, до встречи. Ребята, мы здесь бегаем на физре. Передавай привет. Вся камера трясется, мы очень быстро бегаем. И вообще, Ангелина, давай. Жизнь — это спорт, спорт — это жизнь. Да.
Поэтому мы и бегаем, чтобы развить выносливость. У нас очень хорошая выносливость, мы можем пробежать километр без остановки. Встретимся уже на следующем уроке, что мы дальше будем заниматься физрой. Наш мут на всех уроках. И это опять урок итальянского языка. Да, у нас 2 урока итальянского в день, и это очень классно. Здесь мы учим песню Феличита для выступления. Ребята, я здесь стою на солнышке и хочу сказать вам спасибо за просмотр моего видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал обязательно, потому что это меня мотивирует снимать в дальнейшем больше видео. Да. Я стараюсь снимать видео часто, но вы понимаете, школа, она отнимает очень много времени. И я не знаю, как получается, так и снимаю. А я с тобой прощаюсь. Пока-пока!